Меня зовут Маша, мне 9 лет, я живу в Красногоровке, у меня все хорошо. Кушать у нас есть, пить у нас есть, сахар у нас есть, все есть. Только дров не хватает. На буржуйке, когда у нас есть, ну, вот эти мы дрова пособираем, закинем, оно горит. Например, в 10 запалили, в 11 закончили, вода нагрелась, еще и мы купаемся. В наш дом 4 было прямых попаданий, так что мы боимся. Человека даже осколками поранило, забрали в больницу с 6-го подъезда соседа. Так что мы тоже боимся, у нас много деток. Деваться нам некуда, нас никто нигде не ждет. Когда вырасти, я хочу найти работу такую, чтобы я помогала людям, которые бедные там. Копии украинцы, ау невоя да ажуторол ностру акум. Ajută și tu! Trimite acum un SMS cu textul Ucraina la 8845 și donează 2 euro în fiecare lună. Sau donează acum pe unicef.ro. Îți mulțumim!